собирал всех иностранцев. Я написал трек специально, есть еще двумя барабанщиками, индийскими, афганцами, иранцами. Мы сидели и компонировали этот трек, но услышите завтра. В двух словах, сегодня будет репетиция с теми музыкантами, кто прибыл на фестиваль. На эту же музыку, на этот же музыкальный рисунок Ришата Шафи будут солировать представители и разных стилей, и разных религий, национальностей и стран тем более. Нет, вот на этот трек. А на этот трек? Да, на этот трек надо жить. Здесь вся идея какая? Этот трек каждому человеку сходит две вещи. Он играет, и он имеет. И вот так вот такой.